Суд Детройта официально объявил город банкротом. В перспективе это позволит постепенно списать его долги на общую сумму 18 миллиардов долларов. Напомню, в июле власти Детройта признали, что не справляются с бюджетом и начали процедуру банкротства. В ближайшее время чиновники должны представить федеральному судье план по сокращению долгов. Как ожидается, он будет предусматривать и урезание пенсий. Детройт – крупнейший город-банкрот в истории США, но начал приходить в упадок во второй половине 20 века из-за кризиса в американской автомобильной индустрии. Сейчас в нем живут около 700 тысяч человек. Это вдвое меньше, чем в середине прошлого столетия.